Минздрав Казахстана будет наблюдать за водителями, задержанных ранее за рулем в наркотическом опьянении. Инициативу предложили мажилисмены. Таким нарушителям регулярно будут звонить медики и приглашать на сдачу анализов. Эту поправку планируют на постоянной основе закрепить в законопроекте по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических веществ, психотропных веществ и прекурсоров. Парламентарии убеждены, что за людьми, употребляющими наркотиками за рулем, теперь будет контроль со стороны Минздрава. Каждые 2-3 месяца им будут назначать анализы. Если пробы положительные, то предусмотрено лечение в диспансере. Сейчас водителю в наркотическом опьянении грозит административный арест на 15 суток и лишение водительских прав на 7 лет.